Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Раз у нас пошла такая тема про раннеры, то давайте тогда поиграем еще до кучи в коридор Z. Так, ну что, ребят, давайте продолжим. Какой бы взять? Вот этот лут. Да-да-да-да-да, я знаю, что там зомби. Сейчас, ребят, подождите. Не шепчитесь там, до каждого дойдет своя очередь. Булсей. Я не знаю, рипер. Какую взять-то, чтобы не прогадать, а? Чтобы сделать наверняка. Давайте попробуем, наверное, вот эту вот. 3 time left. Убить 2 зомби. В принципе, для нас это не проблема. Убить 2 зомбарей. Так, мины. Отлично. Не забываем ряд поворачивать. На это нам указывает... Оу, щет. Забыл прихватить, ребята. Да, выполнил я все, отлично. Хе-хе, поворачиваем. Ну, хотя бы не просто так сбегали. Так, где телефон? Опа, записочку подобрали, отлично, блин. Хе-хе, в рожу. Неплохо, все совсем неплохо у нас. Где там сейчас будет следующий поворот, ребята? Смотрим на светофоры. Ага, все. Черт, по-моему, они меня настигают, ребят. Давайте вот эту вот всю парашу будем сбрасывать. Что я взял? 50 чего? Голды? Не успел разглядеть. Оу, что-то приближаются они чересчур. Нате вот вам всем, шпана болотная. Ать, не успел чуть-чуть, маленько. Слушайте, по-моему, настигают они меня. Где оружие? Дайте мне что-нибудь. О, так, шотган, отлично. Это то, что нужно мне. Не подходите, упыри. Да откуда у вас такая скорость-то, гады? Почему я не могу так ускоряться, а? 4 патрона, ребята, осталось у меня всего лишь. Главное не врезаться во что-нибудь. Блин, не успел. Есть! Блин, да что такое-то? Слишком много пропускаю, ребят, всяких этих штук, которые можно опрокидывать. О, опять пропустил. Ну, отлично, сработало. Нате! Только вот эти вот всякие бочки, препятствия, им будут мешать меня догнать. Хотя все равно они настигают меня. 3 патрона. Зря, конечно, потратил сейчас. Они все равно взорвались. Вот уроды. Да где ж там и... Так, сейчас, ребята, закончится у нас коридор этот. И мы перейдем во второй. По-моему, на 800 метров будет. Да. Отлично. Воу, а тут еще сильнее зомбари. Так, я не понял. Это что, у нас босс, что ли, получается? Смотрите, полоска жизни у них наверху. Что-то не врубился я. Шотган, отлично. А как? Какого лешего-то? Да, ребята. Ну что же, главное, мы прошли, очень много достижений получили. Фух. Так, ну что, надо почитать ее. Да, все понятно. Главное, мы эту страничку просто отметили. И отлично, все. Нас дальше не интересует. Ну, как вы тут у меня, нормально живете? Так, 300 ration left. 10 убийств. Ну, давай попробуем вот это вот. Что-то там нужно использовать. 5 штук чего-то. Или же 5 этих подобрать. Но это тогда будет сложно. Так, подожди. А, вот что нужно, ребят. 5 всяких этих опрокинуть. Видите, внизу копится у нас энергия. Все, мы сделали. Слушайте, ну довольно сейчас легкие миссии. В принципе, можно было бы уже и сдаться, но мне нужны баксы, ребята. Обязательно деньги надо. Потому что нам нужно улучшать и оружие себе, и покупать броню новую. Так что пока побегаем. Так, что тут у нас? О, видите? Бандажик себе подобрал. Это уже хорошо. То, что вот у меня пистолет, хотя он у меня прокачанный. Но все равно почему-то не берет этих олухов, блин. Что там такое? 55 чего-то взяли. Голды, что ли? Ну, спецназовец у меня молодец. Не забываем, что у меня еще там 2 персонажа ждут. Это девушка и молодой человек. Как вы так быстро? Да как они могут так меня быстро настигать? Я вот этого не могу врубиться. Там орут. Так, ну что, главное, мы сделали с вами это задание. И у нас еще одно задание, и получится 7 дней, а, соответственно, это будет уже новые виды оружия и новые карты.
Так, остается только лишь две миссии невыполненных. Так, 10 убийств в голову нужно сделать. Именно в голову. Так. И дали мне, блин, шотган. Слушайте, им проблематично именно в голову попадать. С пистолета это как-то у нас получается круче. Будем стараться. Все равно у нас выбор невелик. Так. Сейчас мы заодно и проверим это дело. Внизу, как видите, у нас полосочка, которая будет копиться по мере выполнения этого задания. Так, опрокинем. Тоже. По-моему, им по барабану. Они эти препятствия даже не чувствуют. Есть, сразу троих снесло. Блин, вот тут плохо мы сработали с вами. Ну что, ровно половину мы снесли. Пускай подбегают как можно ближе. Ну не так, конечно, близко, чтобы меня там не прижучили. Очень мало дают реварда. Тихо что-то. Так, мы взяли с вами таблетки какие-то. Хорошо, отлично очень даже. Нифига, баллон там взорвался. Блин, ни на йоту мы с вами не продвинулись. С пол игры бегу с половинкой этой выполненного задания. Тихо что-то шипит. Ай, я думал на полу. Оказывается сбоку. Отлично. Осталось совсем чуть-чуть. Выполнили. Шикарно. Что я могу сказать, ребят? Все, этот забег у нас был сделан не зря. Вот то, что у меня оружия нет, вот это очень плохо, потому что они... Ну, отлично. Давай еще вот это вот. И вот это. Блин, тихо. О, шотган, отличненько. Зачем я... Так, что тут? Еще 50 голды, по-моему, взяли. Слушайте, они очень быстро бегут. Очень быстро. Да как же так-то? Я не врублюсь вот это вот. Чуть-чуть влезу, все, сразу же зажимаю. Так, и у нас остается с вами, ребят, последнее задание. Да понятно, понятно. Все равно непонятно, что там бормочешь. Всю свою предысторию там рассказывает она. Что это у нас такое тут новенькое? Ах, улучшить! Блин, я хочу УЗИ себе, ребят. 1200 не хватает бакинских. Мы можем ствол, а зачем? Нам нужно подкопить, наверное, деньжат все-таки, я думаю. Мы пока и так справляемся. Так, что у нас здесь? Подождите, ребята. Девушка, у нее еще полностью все здоровье. Давайте, наверное, побежим. 300 ратиум что-то нужно сделать. Как это нам сделать, мы сейчас будем с вами определять. На чем именно это основывается. Может быть, сбор записок или еще что-нибудь. Или ратиум, или ротацию. Что-то такое. Ага. Подобрать, значит, нужно предметы. Ну, уже что-то. Только этих предметов здесь очень мало. А полосочка очень длинная. Ну, где, где что-нибудь там появится или нет? 6 патронов у меня осталось. 5. Ну где столы-то, ё-моё, блин. Где записки на полу? Во, отлично. Так, неплохо, ребята. Четверть полоски уже заполнена. Где предметы? Мне нужны предметы. Они все настигают и настигают, гады, а. Вот так вот, минус. Причем довольно быстро они меня догоняют. Ну, так, тихо, шипит, шипит. О, воды взяли. Слушайте, а вода почему-то не считается. Вот так новости. О, смотри, смотри, без руки бежит, блин. Хламонище, а. Все, я без оружия. Мне даже нечем защитить себя. Сейчас где-нибудь стоит стопорнуться и все. И нас прижучат. Так, пистолет. Ну, хоть что-то. Эй! Ёлки-палки, пока стрелял с пистолетика, меня поймали. Отвлекся, называется. Ну что же, 200, да, значит? А, нет, 100 мы с вами сделали. И еще остается 200. То есть 200 предметов. 200 предметов. Нужно поднять предметов на 200 очков. Это, наверное, я так понимаю, наверное, еще забега 2. Так что, ребятушки, вы можете в любую секунду перемотать потом видосик, если вам
Мне интересно смотреть, как я тут буду набивать это. Опа, отлично. Ухватили, как говорится, свой бонус. Давай, давай, давай. Бросаем все под ноги этим ублюдкам, блин. И не забываем поворачивать, ребят. Стрелочки нам указывают, в какую сторону нужно повернуть. Просто очень часто отвлекаешься на этих зомбарей, особенно когда они очень близко. Давай, 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 родная моя Меган, беги. Кто там еще экает мне? Зомбари, что ли, там заэкали? Вот смотри, я бросаю практически ничего не пропуская, и они все равно постепенно-постепенно меня настигают. То есть буквально я на какие... Так, тихо. Отлично. Забрали бумажку. Записку, блин, очередную. Воу-воу-воу-воу, как близко. Все быстрее и быстрее, а? Ты посмотри. Просто у меня на хвосте сидят. Оу, щетас. Ай-яй-яй, у меня всего 5 патрончиков в пушке-то. Я хотел как можно больше подобрать этих призов, чтобы задание было выполнено. Так, вижу. Вот, уже что-то. И, да, ребята, без оружия мы вообще тут беспомощны. Нас просто-напросто поймали сейчас и прижучили. Но в любом случае мне осталось всего лишь 100 очков набрать, и миссия будет у нас это пройдена. А для этого нужно собрать буквально, ну, 2 предмета с полочки. Я так понимаю, это мы с вами деньги там собираем. Так, у Меган одна полосочка жизни осталась. Естественно, ребята, они, ну, накапливают их обратно все. Но для этого нужно время. Так, ждем призы. Слушаем. Они обязательно там будут шипеть или чуть-чуть. Во. Отлично, ребят. Не понял, еще 2 предмета нужно подобрать. Ёлки-палки. Это ж сколько мне еще бежать-то? На 800 метров, ребят, мы с вами переходим в другой коридор. Там у нас бейсболисты. Тихо. Подобрал. Бейсболистов я еще, к сожалению, ни разу не прошел. Это просто там жесть. Особенно, когда за тобой... Нет, ну босса, в принципе, легко подбить. А вот когда за тобой вот такая же орда бейсболистов бежит. Есть! Выполнили, ребят. Ух! Мы с вами перейдем на 7-й день. Это уже хорошо. Yes, yes. Такая довольная. 7 патронов. Хорошо, что у меня пистолет прокачанный, и у него большая обойма. Как бы... Есть возможность отстреляться от этих упырей всех. Да получите вы все, а. Достанут. На-ка, взорвались упыри, а. Ах, ломоны они, вот кто. Нет, я бы даже сказал, несчастная рванина. Во, так будет правильнее. Причем, это, ребята, зомби. Вы представляете, да, если бы зомби бегали вот с такой скоростью, любой бы зомби-апокалипсис был бы проигран. При таком беге. Говорят, они все костяные, еле передвигаются. Вон, шуршат как бабочки, ё-моё. Бегают как пантеры. Ну что, 800 метров сейчас будет, ребят, да? Новый коридор, и вот здесь вот будет босс. Ё-моё. Ну что же, попытаемся его хлопнуть. У меня всего, правда, 3 патрона. А за ним, главное, смотрите, там орда бежит. О-о-о-о. Нет, с таким дамагом мы его не пройдем. Так, пистолет опять дали. Уйди ты, твареныш. Настигает, настигает меня. Нет, взорвался, гадин. И вот, ух ты, смотрите-ка, здесь обычные зомби. Почему? Где бейсболисты? Я не понял. Эй. Эй, настигают. Да как же так? Ну откуда у вас такая скорость, упыри, а? Почему я-то не могу так отрываться? Я бы сейчас бы с удовольствием бы так на скорости бы пробежался бы, оторвался бы от них. На довольно хорошее расстояние. А то прям на пятки уже наступают мне, смотрите. При этом нужно смотреть на них, не отвлекаясь. Тихо, что-то шуршит. О, еще бинты! Бинты! Да. Закряхтело там. Бинты.
Нет, ребят, мы вначале с вами накопим всю амуницию, всю броню, а потом уже будем тратить деньги, чтобы начинать с того места, где нас завалили. О, 50 за убийство босса, плюс получили воду мы с вами. Ну и записку, естественно. Да-да-да, Тудей, сегодня ты обделалась хорошенько, вот что я тебе скажу. Подожди, должен быть 7-й же. Ух ты, ну неужели мне дали УЗИ? Отлично, ребята. Мы обязательно должны испробовать с вами этот. Так, все, у Меган, к сожалению, хпшек нету. Ну, могут. Мы можем с вами купить костюм. Это 2000 баксов стоит. Так, по 1000. Мотор. 2000 стоит. Блин, а вот эту штуку, я не знаю, ребят. И хочется, и колется. А вот у нас и новая карта. Смотрите, тут заданий-то опять достаточно. Детур. Что такое? Подобрать 10 во время одного забега. Так, убить 10 зомби из УЗИ, что ли? Использовать 8 объектов. Ну, это 8, ну, бочки. В общем, ронять предметы. Наверное, можно сделать забежек. Так, зачем мне выходить? Я не помню. Как забежек? Ага. Такой недовольный посмотрел на меня. Логан. Ё-моё. Логан, не грусти. У тебя сейчас будет УЗИ в руках. Ну, давайте проверим. Что это за пукалка? Что это за УЗИ? Ребят, мне не нравится. Опа, подобрали. У меня напрашиваются два варианта. Либо эта пукалка у нас не раскачанная, либо на самом деле она сама по себе такая хилая. Там Логан, дай, умри. И все, мы без оружия с вами. Отстреляли, ё-моё. Логан, давай, поднажми. Поднажми еще чутка. Да, ребят, напомню, что играем мы с вами на ПК в эту игру. Но она также есть и на Android. Бросили, подбираем. О, вот это уже другой разговор. Шотган. 9 патронов. Оу, щит, ребят, я забыл повернуть. Засмотрелся на этот шотган, блин. Ну что же. Не заюзали мы с вами. Так, а что это тут у нас? А, апгрейд можно сделать. 300? Отлично. Так, и давайте-ка мы с вами возьмем костюмчик. Во, черная мамба. Ну, а на этом, дорогие друзья, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в следующих сериях. Так что всем удачи, всем пока. До скорых встреч.